Всем. Слышу. Как ваши дела? Короче, я сегодня... У меня вечер готовки пиццы. Сегодня Лена готовит свою любимую пиццу. Если кто-то помнит. Любимые мои эфиры с пиццей. Только, конечно, пиццу готовить без качалки – это жестяк. Посмотрим. Что с этого выйдет? Что вам интересного рассказать? Я была на день рождения у мамы. Очень круто. Что за... Да надо расчесать, я помыла их. И надо пойти расчесать. У меня тут процесс приготовления. Что за кубло под хвост? Да надо расчесать все, просто с ванной, они мокрые. Или непонятно? Видно, что готова к мужу и детям очень. Я уже так хочу уже семью, ребенка. Я даже уже, понимаете, я иду гулять, потому что я не могу одна в квартире находиться. Меня раздражает вот это... Тишина. Да, только бы научиться еще не сильно. Так я вас не на... Так рассеши. Конечно, сейчас пойду и рассешу. Почему она так плохо видно? Подождите. Лена побыла. Как погода, Лена? Ой, как погода. Господи, я не знаю, где в этой квартире что лежит. Это ужас какой-то. Бред какой-то. Досточки в доме нет. Ничего нет. Что готовлю? Готовлю пиццу большую. Только не могу найти. Пиццу готовлю. Сейчас буду резать и будем с вами общаться. Так, пишите вопросы. Сгорело. Будет очень обидно, если сгорит тесто. Ой, что еще? Полетит. Что у меня что-то с тестом в последнее время всегда проблема. Короче, рассказываю, как я съездила. У меня вообще так насыщенные были выходные. У Насти день рождения, у мамы день рождения. Я с Настей на день рождения поехала к маме на день рождения. И там 2 года. Приветик. Да, приветик всем. Ой, знаете, с кем я общалась? Помните парня, который на доме 2 мне камни Сваровски подарил? Послышала. Я уже... Это будет не борщ. Нет, это пицца. Сегодня Ленка готовит пиццу. Тесто я уже замесила, поставила. Раньше твой эфир становится бомба, по виду получается. Да, а по вкусу? Вы шо? Я, кстати, я, наверное, может, отношусь к маленькому числу девушек, но я безумно люблю готовить, я вам серьезно говорю. Так что мне постоянно... А вы меня так слышать не будете, да? Можно с тобой эфир, пожалуйста? Конечно, можно. Присоединяйся, я не против. Я всегда говорила, что я за. Так, видите, как я делаю? Я всегда покупаю такой чесночный этот и смешиваю его с чесночочком. Сейчас
чего слушаешь? Ой, так, сейчас я уже буду... А у меня, чтобы мое тесто не сгорело. Это очень обидно. Короче, я уже ложу. А вообще, видите, я уже налажу этот. А вообще, если у вас есть возможность, то тесто лучше покупайте в магазине. Здесь пол мне нравится. Оно так, тогда так офигенно выходит. Как всегда, Лена наготовит и некому кушать. Ты же есть ВК? А есть я ВК, Елена, Николай, супы готовишь? Как съездила в Андреевку? Давайте расскажу, как я съездила в Андреевку. Да, Андреевка — это там, где я, когда папа не стала, выросла, родилась. И там у меня, там есть база отдыха, мама заказала эту базу. Ну, там были гости. Короче, мама заказала базу, заказала номера. Все пили, гуляли, танцевали. Ой, классно было. И потом переночевали. Конечно же, все похмелились. И опять день пили, гуляли. Круто было. Шикарный сериал. Как мои делишки? Да, дела, в принципе... Хорошо, живу в этой новой квартире. Скучно. Хочу собаку или кошку. Как вы помните, мой шпиц, он же отравился и умер. А кошка моя у бабушки. Я была у бабушки, видела ее. Она родила котят. Они чуть подрастут, я Киев заберу и буду в Инстаграме раздавать. Я думаю, что их быстро поразбирают, потому что они такие красивые, такие классные. Хорошо. Что еще вам рассказать? Да, на Андреевских озерах было очень классно и хорошо. И даже на удивление мне очень понравилось. Приезжай ко мне, забирайщик. Я не помню, какого это. Это статья. Вырезать кусочек. Да, должно выложить на стол. Как дела? Да, в принципе, хорошо. Единственное, что мне немножко такая-то депрессушка. Меня раздражает жить одной. Сегодня меня навалило состояние того, что я как-то мне не везет с парнями, мужчинами. Потому что хочется уже серьезности, когда начинаешь встречаться, проводить время. А серьезности нету. И видно, что мне уже хочется как-то. Тебе заплатили. У нас три щенка родилась с мещухой йоркширского терьера. Ой, класс. Мужика нет, ну что, бой. Да-да. Мужик мой объелся груши, знаете, такой. Заплатили 5000 рублей, заплатили и такси оплатили. Так, приму запрос. Ой, так, давай. Потом люди расходятся, когда я принимаю запрос, поэтому вообще. По сороке скучаешь? Нет. Так, тебя не видно. Привет. Подождите. Вот такая вот я эстетичная. Блин, я не могу, тебя не вижу и не слышу. Почему-то. Темный экран полностью. Девочка постоянно не вижу, я все готова, я готова. Отлично, бла-бла-бла. Я не знаю, я какой-то шеф-повар, или я не готовлю для какой-то
принцессы Монако. Так, я убрала. Алло. Попробуем повылаживать на тему. Плохо слышно. Почему звук пропал? А что, не слышно реально? А я не знаю, что такое. Ребята, слышно? Скажите мне, пожалуйста. Ау! Напишите, да, меня? Слышно. У меня сестра соединяет. Пишу с звуком. Ребят, я не знаю. С звуком. Так, раз, два, три. Слышно? О, Анжел, я готовлю пиццу. Сегодня целый день заниматься уборками, стирками. Вау, что за приятно. Поставьте отопление, включили. Я купила обогреватель. Представляете, он, я его включила, он взорвал. Так, я уже ложу закончу. Помидорчик, перчик. Еще я люблю пиццу добавлять кукурузу. А если есть еще филе? Очень. Я ставлю одно филе. Я быстро получила. Плохо все лет. Все хорошо. Все все плохо. Плохо все лет. Перезайди. Давайте, перезайду.